Итак, дорогие друзья, мы продолжаем трансляцию Кубка России в Москве. 2-0 ведет команда Almighty у команды... Team Skopka! Именно так. Добрый вечер снова, Юрий, Flash of the Night. Добрый вечер, Андрей Кузбасов, Солтан. Итак, дорогие друзья, у нас 2-0 ведет команда, предполагавшаяся, которая все-таки чуть-чуть является аутсайдерами. Не полными, конечно, ни в коем случае, но на Team Skopka ставили все-таки... Слегка побольше изначально, они очень уверенно себя чувствовали. Команда Almighty все-таки, и Френ пришел так в развалочку, сидя на стуле, говоря, ну мы так подсобрали какой-то состав, хотели поиграть. Собственно, вот и прошли там, ну и как-то... И сейчас 2-0-то ведут. Без амбиций, то есть Френ не давал интервью, говоря, да я, да мы, да сейчас, да мы с тобой. Нет, ни в коем случае, приехали, 2-0 ребята уже ведут. И сейчас мы хотели бы переместись... к видео, где Nine говорит о том, как и за каких чемпионов он играет, а также с синергией с лесом именно такой позиции, как топ-лейн. Послушаем Nine. Топ — это верхняя линия, от нее много чего зависит. Она, во-первых, самая длинная. Ну и как бы ты стоишь один на один со своим оппонентом. Честная игра, кто сильнее, тот и побеждает. Я люблю доминировать над противником с самой первой минуты. Люблю играть за чемпионов дальнего боя. Это сразу преимущество у меня есть в этом, потому что мили-чемпионы плохо стоят. Но это иногда и меня подводит, потому что слишком агрессивно играю, лесник меня приходит, может убить. Да, я считаю, топ и лес очень связаны, они общаются много. Лесник дает информацию мне, я даю информацию ему. И как бы мы уже между собой решаем, стоит ли приходить или нет. В нашей команде с нашим лесником хорошая синергия. Мы часто работаем вместе, ну и побеждаем. Неплохо Найн нам только что рассказал о себе, о леснике, о том, как любит доминировать. О том, как любит доминировать Найн. Да. И доминирует он, кстати, последние две игры. И в начале он стоял на топе очень агрессивно за Трандла. И впоследствии он еще и смог за Свейна своего оппонента переигрывать. Собственно, Найн себя показывает уверенно. То есть Найн, опять же, не показывает себя тащилом 1v9, а хорошим командным игроком, прекрасно выполняющим свою игровую задачу. Я бы сказал, что в первой игре на Трандле у него было так себе, а вот на Свейне он действительно тащил. И можно сказать, что он начинает раскрываться в этой BO5 серии. Именно как топер, друзья. Мы сейчас хотим послушать Пикапрокса. Что же он нам расскажет о себе, о смене своего ника, о споре взять челленджер и о бане Лисина нам расскажет лесник команды Team Skopka. Вообще мой самый распространенный ник, так это Челкастый Тёма. Да. Но я решил его сменить, потому что на русском сервере меня все знают как Лисина Плеер, а именно в Антрикпоне. И когда меня видят, они по-любому всегда банят Лисина, а мне не очень хочется, чтобы Лисин был в бане. Поэтому я решил выступать на этом турнире по другим никам. А ник у меня Пикапрокс. В третьем сезоне я взял голд ради рамочки и скина. А потом я поспорил с одним моим знакомым, то, что я смогу апнуть челлендж за 3 недели, в принципе, сделал это. После, когда я был в топе 50, меня позвали в команду, ну и так пошло дело. Если меня забанит Лисина, я буду плакать и пикать Джарвана или Олафа. А, я люблю аниме. Да, если бы я ездил на чемпионат мира, то я бы улыбнулся. Я люблю аниме. Возможно, не ты любишь аниме, а именно Пикапрокс, который плачет, когда банит его Лисина. Судя по реакции зрителей, либо они очень любят аниме, либо они очень любят Пикапрокса, что мы так и до конца не узнаем, дорогие друзья. Но узнаем мы то, кто будет победителем третьего матча, потому что команда Almighty может выйти сухой из не воды, а из, конечно же, чего, Бульба? Правильно, из финала в Кубке России, выйдя 3-0, прямо в финале пройти дальше. Знаешь, я бы мог посоветовать Пикапроксу одно. Плачь под дождем, так никто не увидит твоих слез. Неплохо, Бульба. Метафоры, афоризмы — это лучшая сторона Андрея. В принципе, дорогие друзья, что здесь сказать? Последний шанс у команды все-таки Team Skopka собраться. Последний шанс что-то показать, что они достойны на большее, чем поражение 0-3 в финалах. Это, конечно, я думаю, же никто не ожидал грустно этого. И сумбурно всегда видеть, но
бывает всякое, и мы на чемпионате мира видели 3-0 в разных брекетах, мы помним такие моменты, и 3-2 видели достаточно часто, ввиду чего, конечно, не хотелось бы смотреть на серию, которая будет проиграна настолько всухую. Я думаю, то, что команда Team Skopje сейчас должна играть очень отчаянно, потому что 2-0, им терять, по сути, уже нечего. Они должны выкатывать все, что у них есть. Они должны делать что-то либо нестандартное в плане пиков, либо нестандартное в плане своей игры. То есть они должны играть первым номером. Они не должны отдавать Almighty возможность двигаться по карте, возможность навязывать те драки, которые они хотят. Итак, дорогие друзья, мы переходим к третьей игре финала Кубка России в Москве. Играет команда Almighty против Team Skopje. Переходим в драфты, дорогие друзья. Собственно, идет у нас Леблан и Райс сразу же в баны. Джейсом отвечают команду Almighty. Не хотят давать Френу ни Райза, ни Лебланочку новенькую. И, возможно, даже и третий бан будет направлен в сторону Мида, а может и в сторону Леса. А вот и у нас как раз-таки смена банов. Team Skopje банит Свейна. Они поняли, что у Найна... Воробей смертелен. Да, Воробей смертелен. Найн, кстати, очень хорошо отыграл на игре. В этой игре я бы сказал, что он даже затащил свою команду, потому что то, как он отыгрывал на Свейне, это дорогого стоит. И команда Almighty сейчас думает, что же забанит, и банит Лисина. Но стоит отметить то, что у нас все еще открыт Олаф, у нас открыта Карма, которую тоже блокировали команда Almighty. И сейчас Олаф, возможно, у нас будет взят как раз-таки командой Almighty, потому что он открыт, потому что Трэмпер Харт показался неплохо в первой игре относительно. В целом хорошо, были недосчеты. Как говорила моя учительница по физике, вы допустили недосчеты, за это вам 4 с минусом. Но сейчас Трэмберхард может либо показать себя гораздо лучше, либо Team Skopje сможет перевернуть ход сражения и доказать то, что Олаф у Трэмберхарда не самый сильный. А, естественно, берется Призрак сразу же. Но вот Карма, Андрей, первым пиком взята командой Team Skopje. Я думаю, то, что Карма — это очень хороший флекс-пик. То есть я думаю, то, что и Ремус, и Вова Терминатор смогут сыграть на Карме достаточно хорошо. Скорее всего, это будет Карма на позицию поддержки, и Девилас, например, доберет туда какую-нибудь Кейтлин для того, чтобы помогать Кейтлин настреливать еще лучше. Я не думаю, что будет у Ремуса взята все-таки Карма, потому что с его керри-потенциалом, не могу сказать, что у нее сильный керри-потенциал, но у нее сильный потенциал брать лайн-фазу, что мы видели в прошлой игре. Хотя докеррить он не смог как раз-таки. Переволновался, перетильтовал, но вот лайн-фазу он может брать, и Карма это, конечно, вряд ли чемпион для него, скорее для Вовы. Да, и того у нас, самого, кстати, что Терминатор. Команда Almighty забирает еще Кинена на верхнюю линию. Это будет еще один агрессивный пик для Найна. То есть он пытается всегда играть на чем-то агрессивном, на чем-то, скажем так, инициирующем, на чем он сможет тащить свою команду. И, кстати говоря, Team Skopje отвечает на это пиком Гнара и Джарвана. Снова та самая связка, которую мы ждали очень долго. Это Джарван плюс Гнар, если не ошибаюсь, ее уже не пикали очень долго. И если кто не знал, это одна из самых сильных связок. Долгое время было, потому что Джарван ультует, туда же в мегаформе прыгает Гнар, ультует всех об стенку, потом еще один стан и еще один стан. В общем, просто цепочка контроля, из которой ты уже не выходишь, а возвращаешься на базу. И отметим то, что Найн в очереднейший раз берет в блайн пик топ-лайн-то сразу же. То есть понятно, что ну куда пойдет Кену? Ну на мид? Ну, может, в маленькой теории, но вообще вряд ли. На АД кэрри? Ну, слишком не метовый сейчас. Сколько его уже Бульба не пикают-то на АД? Я думаю, с четвертого сезона где-то. Да, я думаю, поменьше все-таки. Ну, годика полтора уже не пикают. Ну, да, на этом можно сойтись, поэтому, конечно... Мы даже вот в одиночных очередях, соло-ранки, друзья, ни на русском сервере, ни на западноевропейском нигде не видим. Да, даже команда... Уя могут пикать там, например. Или Тридомира. Тридомира, да, но... Самый главный — это Тима. Вот. А команда Almighty у нас забирает снова Виктора и Кейтлин. Капитан Тима. Окей, капитан Тима. И, в принципе, это комфортный для них пики. Они решают, почему бы снова на них не сыграть. Кейтлин для них работает отлично. В прошлой игре Марксман настрелял хорошо, не чувствовал каких-либо проблем. И у него игра вышла получше, чем на Изреале. Худшее, что может сейчас сделать Ремус в этом сетапе, это если он считает брать Ахру, не брать ее. И он берет Ахру снова. Посмотрим, как Ремус может реализовать ее в этот раз, когда у нас Трэпперхард на Олафе и Найн будет играть на Кеннане.
И, кстати говоря, очень правильно может быть со стороны Almighty, если они возьмут Нами. Кейтлин Нами — это очень сильная линия, плюс они смогут отхиливать тот пол, который будет наносить им карму вместе с Джину. То есть это довольно-таки неплохие линии будут стоять, и выиграть одну из них будет очень сложно, без лесника особенно. Поэтому сейчас команда Almighty все еще думает над Нами, но я думаю, что это правильный шаг с их стороны. Нами — это прекрасный герой, чтобы выигрывать лайн-фазу в первую очередь, потому что это такая боль во всех частях вашего тела, когда у вас Нами, которая стоит с Кейтлин, перепушивает, постоянно какие-то трейды навязывает, хилы, постоянная там стрельба идет со всех фронтов от Кейтлин. Нами харасит, хилит Кейтлин, также бьет соперника. Очень сложный лайн, наверное, вот именно в плане отстоять против них, один из самых тяжелых. Может быть, там иногда Зайра посложнее, но очень все... Карма может плюс даже еще играть. Стоит отметить то, что Джин у нас не будет брать Warlord, это самое главное. И отхиливаться, когда будет его поукать и Кейтлин, и Нами, у него не будет возможности. То есть плюс еще Нами своей приливной волной полностью контрит ульту Джина, и это стоит помнить. И не стоит забывать, друзья, о бабле Нами, который может даваться, после чего сразу идет туда ловушка, она хватает соперника за ноги, и там уже уроны бесконечные могут выходить. Друзья, 2-0 у нас ведет команда Almighty. Она сейчас может брать третью игру подряд в финалах наших, которые прекрасные мы проводим. Вас здесь очень много. Мы не ожидали, что столько много мест будет заполнено. Но мы рады, что вы пришли поболеть, поддержать любимые команды или просто посмотреть прекрасную игру, которую нам показывают команды как раз-таки в финалах. Я думаю, то, что сейчас будет, наверное, самая жесткая игра из этой BO3 серии, ой, BO5 серии, потому что если было бы BO3, у нас бы все уже закончилось. Но, к сожалению. Да, BO5 у нас предусматривает еще как минимум один матч, и я думаю, что Team Skopka сейчас должны камбэкать. Я не верю в то, что они настолько потерялись, они настолько демотивированы, что они просто сольют 3-0 и поедут с ничем, скажем так, домой. Увидим мы это или нет, зависит лишь от самих ребят. Мы поняли то, что Тёма, он же Пикапрокс, любит аниме. Кстати, я с Тёмой, когда там была гримерка, общался, и я сказал: Тёма, самое главное, чтобы все-таки тебе ничего не мешало. Я увидел прическу, он говорит: да нет, это вот как раз-таки так обычно и это. Я так обычно и хожу. Это самое главное. Всем удобно, дорогие друзья. Третья игра. Поддержите команды. Эта игра может стать последней, а может и нет. Команда Almighty против... Team Skopka. Правильно, Андрей. Андрей прошел у нас экзамен. И ребята становятся опять по позициям. Мы видим то, что топ-лайн на этот раз уже у нас закрывается. Они игнорируются, как в прошлый раз. Нективус стоит вместе с Пикапроксом, танцует. Опять у нас уроки танцев проходят, друзья. Кто может запомнить движение, обязательно покажите их своим друзьям. Да, но, кстати, по поводу матчапов, на верхней линии у Никитиуса будет довольно-таки трудно стоять снова, потому что Кинен, как мы знаем, немного подкантривает именно Гнара, поэтому ему нужно быть поосторожней. А мы знаем то, что Найн любит дуэлиться, и в какой-то момент, когда он почувствует себя действительно сильным, он может и один на один убить Никитиуса. Я вот совершенно не понимаю. Найн открывает своего топера уже который раз подряд. Не помню, к сожалению, в первой игре, но точно помню, во второй он открылся первый. Против него берется в Кинен, на Гнар, в Свейна берется Маакай. Но в первой игре, очень, если не ошибаюсь, сначала была Поппи, а потом уже Найн взял своего Трандла, поэтому... В любом случае, вторая и третья игра берется не самый удобный матчап в стороне Никитиуса. И посмотрим, сможет он ли его реализовать уже в третьей игре. Да, сейчас мы видим то, что стандартное начало от обоих лесников. И вот уже Найн начинает немножко подзонивать Никитиуса. Автоатачки у Кинена посильнее будут, особенно усиленные. Поэтому ему нужно быть поосторожнее. И, кстати говоря, на ботлейне уже начинает Боба Терминатор вместе с Девиласом давить. Марксман вместе с Дэровым пока что не могут что-либо противопоставить, потому что аутпуша, кроме как Кушки, Кейтлин, у них нету. Может попробовать потрейдиться, но, тем не менее, на первом уровне это не так эффективно. Девилас пушит с самого начала. Непонятно, почему Марксман и Дэров не могут сдержать своих оппонентов в самом early game. На что мы видим? Что мы видим то, что Римус не обузит вот эту фишку Ахры, что первые две волны она может пушить сразу. И все-таки поджимается немножко Римус, рассчитывая так. Подсказываю, рассчитывая на ганги. Потому что ставить линию на свой подпуш можно только если будет джангл на левел 3-4 заходить. Да, сейчас у нас бот-линия немножко пушится в сторону команды Team Skopka. Они, в принципе, этим и довольны.
Лесники фармят, мидлайнеры фармят, все пока что спокойненько. А Римас начинает пушить соперника, и вот уже тут происходит то, о чем мы говорили, но оно не происходит в том ключе, в котором могло бы быть, потому что видит Пикапрокс, что нет вариантов у него разыграть, и движется опять же в сторону фарма. Да, и довольно неплохо пытается у нас трейдиться Almighty, но Devil Last вместе с Вова Терминатором отлично на это отвечает. Они не дают Дэрроу возможности просто подходить спокойно. Терминатор может острять, а Дэрроу доджит вешку Devil Last, поэтому Пикапрокс не может дать свою комбу. Дэрроу сейфово дает свой бабл, спасаясь от погибели, не прожимая никаких заклинаний призывателя. Попытка была неплохая, но тем не менее тайминги неправильные. Дэро уже отходил от того, чтобы попасться в этот ганг, поэтому в следующий раз Пикапроксу нужно немножко сильнее или лучше рассчитывать именно выход свой. Поэтому сейчас он просто идет дальше фармить. А тем временем Трэмперхард не терял времени, он зачистил свой лес, он спокойно сейчас делает все, что ему заблагорассудится. Ну, очень редко мы видим Олафа гангующего на левел 3 все-таки. Обычно Олаф — это его стандартный роуд. Забрать два бафа, взять четвертый без бэка, потому что Олаф очень сильный чемпион и может себе позволить это сделать. А Трэмперхард заходит на Ремуса в этот момент. Из-за леса, из-за гор топор не прилетает. Прилетает очень поздно. Ремус отличный чар дает. Выходит Ремус, не тратя саммонер спейлов, чувствует игру вражеского джанглера. И Трэмперхард идет фармить дальше. Да, попытался Трэмперхард выйти на ганг, но Ремус стоял достаточно сейфово. Он не попался на этот ганг и спокойно от него ушел, ничего не потратив. Тем временем на верхней линии снова проседает у нас негатива с по миньонам. У него снова ничего не получается в этой игре. И я думаю, что сейчас Трэмперхард может зайти. Трэмперхард заходит на негативусу, но тот мегаформу получает. Трэмперхард идет дальше, стан идет, Наталья флешается. Трэмперхард топор добивает. Трэмперхард 1-0 делает Almighty. Опять выходит вперед. Что творит молодой лесник команды Almighty? Как он наловался в начале второй игры и что творит он сейчас? Молодой бог, по-другому и не скажешь. Трэмперхард снова показывает, почему ему все-таки не стоит отдавать Олафа. Трэмперхард — это Янкос. Янкос сцены кубков стран. Окей. Кстати, да, Янкос довольно-таки похож по плейстайлу вместе с Трэмперхардом. Трэмпер Янкос Хард. Янкос Трэмперхард, может? Нет. Тогда будет как Андрей Бульбазавр. А если будет Бульбазавр Андрей Солох, будет не очень. Кстати, тут попытались сыграть по Дэро. Ой, Терминатор. За карму уже нельзя, поэтому ловит здесь трап. И изнурение дает, кстати, Дэро в этот момент. И все-таки в итоге Тим Скобка оказывается в плюсе из-за того, что Дэро прожимает. Изнурение просто так. Да, я так понял, сначала Дэро хотел, чтобы они разыграли как-то по Бобби Терминатору, и Девилас не смог по ним ответить. Но у Марксмена была другая мысль, и он просто стрелял по Девиласту в это время. То есть определенная мискоммуникация случилась между ботлейном и Almighty, но потратили изнурение, не так важно. Все-таки это только начало игры. Подфризивают ребята. Найн получает свой 6-й уровень. Понективус он может играть, учитывая то, что у последнего еще нет совершенно сопротивления магии никакого в предметах. Найн идет Понективусу, дает у него первый стан. Будет ли Ешка? Ешка дальше идет, но ульты не будет, потому что понимает Найн, что джанглер может быть рядом. Понективус может по нему играть, что он и делает. Сколько урона! Стан прекрасный, чей контроль идет. Найн делает и флеш, и ультимейт. Фейлит очень сильно топер команды Almighty. И кусок дома просто выкинул только что Нективус своего оппонента, но он пролетел чуть-чуть мимо уха. Было близко, Найн недооценил своего противника, недооценил врыв и урон Игнара, поэтому ему впредь нужно быть осторожнее, иначе следующий такой лейн от Нективуса может закончиться его смертью, так как у него нет флеша. О чем я говорил в плане нервов? Вот Найн мог просто дать флеш, а потом вот этот кусок дома кинуть из-за доджи. Но он дал и флеш, и ульт, потому что он нервничает, потому что счет 2-0, он хочет победить очень сильно, он только что взял ассист. И в этом, дорогие друзья, и прелесть любительских турниров. Все новички всегда очень сильно волнуются, и вот вопрос не в том, кто лучше сыграет, а в том, кто меньше будет волноваться. Ну, не знаю, я думаю, что все игроки, когда они выходят на сцену играть, все волнуются в той или иной мере. Плюс-минус. Да. Та или иная мера – это отличительная черта от проигравшего до победителя. Та или иная. Вот почему я проигрываю, я понял. Дэро где? В комментаторстве? Дэро заходит на соперников, дорогие друзья. И пятая левела пока что на боте, поэтому супер интересных файтах с юзанием ульта Джина у нас пока нет. Но Пикапрок, зайдя на топ, не нашел там оппонента. У него вард стоит, и Найн ставит здесь
тотем контроля, да, и убивает вражеский тотем. Сейчас у нас все немножко подутихло. Пикапрокс пытается у нас взять все-таки шестой уровень. С шестым уровнем, я думаю, он начнет ходить, например, к тому же Франу. Крит вышибается до Веластом. До сих пор у него пятый уровень, кстати, шестые. Оба в команде Almighty. Пикапрокс пока также не шестой, он не может очень эффективно заходить на мид. Отстает по XP Пикапрокс-то. Пятый уровень очень маленький. А Марксман настреливает по Вове. Бедный Вова, Терминатор. Теряет много жизни. Девилас также пытается как-то добивать крипов. Использовали переливную волну Дэрроу и попытались, скажем так, зауронить Девиласа. Но Девилас сыграл хорошо, просто сайдстепнул волну и спокойненько ушел от этого уина. Хорошо играет Девилас, но пока что это не окупается. Во всех трех играх его в какой-то момент просто контрили тем, что не давали ему стрелять. Как же сильно все равно по мобам Найт выигрывает, несмотря на свою адовую ошибку. Тогдашний Пикапрок стоит рядом. И что он будет делать? Мантра Q от Вовы Терминатора мимо. Это есть шанс для команды Almighty, потому что не будет Пикапрок стрелять столько много времени. Уже седьмой левел Олф. И он также очень хочет заходить на ганги. Будут ли ганги, если стоит вард? Когда стоит вард, собственно, и гангов нет. Андрей, что скажешь? Ну, я думаю, Олфу это не мешает. Особенно, когда у него есть гост. Он просто включает гост, побежал с топорами. Как еще раз? Воу. Ну, вы поняли, друзья, как бежит Олаф, в принципе, довольно-таки неплохо. Я без звуков просто в игре играю, я не знаю, как он бежит. Друзья, есть кто-нибудь еще, кто играет без звука вообще в Лигу Легенд? Мне очень интересно. Один человек поднял. По-моему, два человека подняли руки только что. А, нет. Целых четыре. Отлично. Собственно говоря, я не один. Собственно говоря, с тобой твои коты, Андрей, ты не одиночка. Но все обычные люди, как бы, все-таки... Чаще играют со звуком, но если только, там, может быть, наушников нет, знаешь, когда было лет 13, там так, я не могу, у меня мама спит, включи звук. Или мама ругается. В любом случае, звуки, это, конечно, очень важно. Мы в игре их слышим, а также и слышим, что делает Олаф, когда бежит. Что делает у нас товарищ Джарван, когда ультует, а учитывая то, что он взял шестой уровень только что, и сейчас уже взял седьмой, он скоро и может начать ультовать. И там Ликрит говорит, что они что-то сделали. Я думаю, это очень важно, что они что-то сделали. Но у нас продолжается игра. Команды фармят. Пока что, я думаю, Пикапрокс должен реализовывать свою ульту, потому что Джарван, который не выгангивает, будет впредь намного бесполезнее, нежели тот же Олаф, который просто будет убивать вражеского керри. Пока игра приостановилась, Almighty ведут 1000 золота. Здесь Ремус идет срывом по Френу, а Френ вязает и один, и другой самый спел, но промахивается он своим лазером, и по Ремусу не может он доиграть. Лазером Френ, дорогой мой, нельзя промазывать ни в коем случае. Иначе никаких, собственно, убийств и не будет в ранней стадии игры. Именно так. Но, тем не менее, Ремус не потратил ничего, ни воспоминания, ни скачка. У него все на месте. Я думаю, со следующей ультой он спокойно попытается. Он наступает на Ремуса. Трэперхард, скачок есть, но топор летит в цель. Опять Трэперхард практически забрал, но почему он не пошел дальше? Рядом был Джарван, а Френта может сильно стрелять. Но Трэперхард идет, не будет он бросать свой СК. И Пикапрокс выживает. Топор летит мимо, но Девилас погибает на боте тем временем. Марсман США играет по Вове Терминатору. Даблкил для Марсмана. Как же интересненько. Только что было отыграно Ремусом и Пикапроксом. Трэперхард, его здесь флеймить нельзя. Он зашел правильно. Но он чуть-чуть не доиграл по Ремусу. И боялся, что Пикапрокс даблу заберет просто, если он пойдет дальше агрессивничать. Он пойдет добивать Ремуса. Френ пойдет его защищать. И оба от Пикапрокса стрянут. Я думаю, то, что Трэперхард изначально думал, то, что лазер добьет все-таки эту Ари. Вот у нас заходит Трэперхард, кидает свой молот. И вот идет лазер от Виктора, но он был не по той траектории, из-за чего Ремус и выжил. После этого вырывался Джарван, попытался зауинить Френа. У него почти это получилось. И вот последнее копье. Френ должен был просто убегать. Он мог спокойно уйти, они бы не разменялись. А он хотел добить Пикапрокса, но в итоге Френ погиб. А Ремус заходит на нижнюю линию. Трэперхард что же будет делать? Он не погибает по Марсу, идет Игнайт. Минус Марсман, 2-3 становится счет. Как же играет Ремус? И как же играет его команда с другого окраса? Да,
Все-таки Ремус старается очень вытащить свою команду, но уже 2000 преимущества в пользу команды Almighty, а на 12 минуте это очень много. Это, можно сказать, самый лучший меч для стрелка и еще что-то для одного из членов его команды. Как ты думаешь, если бы сделали скин Sona с айфоном, много бы за него играли или нет? На айфоне можно играть на этой, на арфе. Ну, допустим. Ну, думаю, много. Может быть, такое когда-нибудь и появится. Тебе но надо не запатентовать скоро. Это. Дорогие друзья, Ай Sona будет называться. Ой, Пикапрокс от вышки до почти встревает. Вот когда заканчивается мобы, друзья, ой, призыв убивает Тайд Пикапрокса. До велосильно встревает Тайд еще и летит по нему. Отличный телепорт делает топер команды Almighty. 2 килла идет в сторону команды Almighty. И Терминатор также может погибнуть. Трэппер Хард и Найн не прощают своих оппонентов. Вот где синергия на топе. Вот где эта связка, заходящая на ганги синхронно. 3 килла, 3500 золота. И Almighty лидирует в третьей игре. Как хорошо играет Найн. Он снова смог реализовать своего Кинена, он снова смог реализовать телепорт, он просто прилетел. В то время как команда Team Skopka пытались забрать вышку, но они перестояли. А у вышки было не так много... Ой-ой-ой, Никитивы сможет подстрелять, но нет. Эфран решает его не дуэлить. И в это время забирает еще команда Almighty Дракона, что очень-очень хорошо для них. Это просто замечательно, прекрасно, супер, восхитительно, душещипательно для них. Френ бежит бить Нигдивуса, тот юзает прыжок, свап лайнов происходит, ведь Найн, имея 2-0-2, может стоять матчап чуть более уверенно, чем это может сделать Френ. Удивительно, потому что на самом-то деле у Френа взят Негатрон Клоук, и ему, конечно, против Гнара он как бы не туда и не особо и никуда. Но, тем не менее, Никитивус... Слово Терминатора просто, если бы здесь были как в Half-Life, знаешь, лазера, он бы прошел и умер, так, чтобы два варда стоят, которые на стенке можно ставить. Заходит Пикапрокс. По Фрейру заходит Пикапрокс. У Пикапрокса есть ультимейт, но призрак поюзан достаточно неплохо и решился не рисковать. А Трэппер Хард давит Вова Терминатора. У Вовы нет никаких шансов выжить, ведь он даже не Т-1000. Погибает Вова. И идет выход на баклон, Максвелл будет танковать вышку, а это может быть критический выстрел последний, потом Мехард ночевал у него здоровье, не успевает Tidal Wave кинуть нами, на кулдауне у него его нет, и заходит Пикапрокс, минус Марксмен, что же делает Найн, почему он с ультой находится на нижней линии, Бульба, быстрее отвечай. Я не знаю. Мне кажется, то, что он немножко не сыграл с командой правильно, то есть он, думаю, сообщил команде, что у него нету телепорта, и его команда должна была просто понемногу пушить Т1 вышку на средней линии. И это стоило вышки как раз. Да, они попытались, но подставился Боба Терминатор, они на это забайтились, после чего просто зашли слишком далеко, и Девилас отлично разультился по ним, после этого Никитивус пришел еще. Забрал нами, после этого сыграл отлично с скачка по Марксману. И, возможно, даже этого не нужно было делать, потому что сбоку подходил Пикапрокс с Ремусом. Но килл есть килл, вышка есть вышка. 2 килла забирают Team Skopka, отвечают соперникам, повышая свои шансы на победу, но их проигрыш в первых двух играх и то, что они проигрывают в третьей, это, конечно, такой... обидный, зачаточный для них момент, им тяжело камбэкаться. Каждый килл дается кровью и потом, огромными трудами. Когда, казалось бы, что для Almighty киллы даются просто легкими мувами, с легкой руки. Tidal Wave, ну куда, совершенно мимо дается от Дэру. Но вышку забрали, это самое главное. Я думаю, это был Tidal Wave на то, чтобы Ремус не смог ворваться в них, иначе бы он умер. Поэтому все сделали неплохо, отошли, забрали вышку. Сейчас пойдут подфармят на верхней линии еще мобцов. И после этого, я думаю, то, что Марксман вместе с Дэровым будет пытаться оставаться именно на верхней линии, потому что это единственная линия, на которой еще осталась Т1 вышка, и сейчас именно на ней должны они сфокусироваться. В то время команде Team Skopka нужно... попытаться именно не дать этого сделать. Они должны все вместе сыграть либо по ботлейну, что сейчас делает Ремус. Интересно. Ремус может заходить со своими мейтами, ведь там есть и Пикапрокс, и Терминатор. Он заходит по Дэру, но изуление по нему идет. Игнайт, Дэру у него нет, Tidal Wave, Ремус будет его забирать, и забирает он его с проторемня. Марс он может стрять. Вова! Вова! Тут же даем дэмэдж и забирает он Марсвена. Еще 2 килла. Френ нес. Куда Френ? Алло, Френ! Френ! Френ стревает, скачок проживает слишком агрессивно, подставляет своих мейтов. Трэппер Хард пытается выйти еле-еле. У него нет никаких ресурсов. Что это было? Что сделал Френ только что? Он дал скачок вперед.
Релая у него нет, поэтому и замедления нет. И урона да особо нету. И урона особо нет. Но мне кажется, он попытался развернуть ситуацию, которая была уже проиграна. И, к сожалению, это было неправильное решение. Кстати, не говорят-то, Найн решил все подвыправить. И еще и Найн в итоге агрессивничает, но здесь уже гораздо удачнее. Найн может взять килл. И 2.2к преимущество команды Almighty, оно могло быть гораздо больше, если бы не было вот тех двух сумбурных фейлов. Видно, что ребята волнуются, видно, что они совершают определенные ошибки, что стоит им довольно-таки много. Ой, Найн может подставиться, сейчас ультует. Хорошо уходит Найн, хорошо уходит Найн, очень удачно. Да, и сейчас взрывную шишку использует, уходит через Dragon Pit. Шишка сушильную. Да, шишку использует Найн и спокойно уходит в Dragon Pit, доджит ульту Джина. Ох, обе команды не хотят сдаваться. Ох, не хотят. Ремус просто как босс только что забрал с проторемня. Я уже, наверное, распятый вижу, как он просто с проторемня забирает миньонов, вместо того, чтобы использовать его, например, на каких-то врывах. Почему бы и нет? Ну, это его дело. Он умеет играть. Я думаю, он знает, что он делает. Мантра Q идет от Вова Терминатора. Отпушивается верхняя вышка на верхней линии. А там Найн идет по сопернику, но Девилас прожимает скачок тем временем. Но Найн все еще его преследует, он может его догнать, и да, Девилас. Ультует его слэша, кстати, да. И погибает Девилас. Найн сияет в этой игре, как он... просто like a diamond. Да, он понял, что сейчас все зависит именно от него и от... Ох, у нас, кстати, начинается драка. У нас начинается драка, и Ремус чуть-чуть пострял. Идет у нас Redemption, Максимум имеет мало здоровья, но Ремус хочет рваться по нему. 2 на 2 идет драка. И что же у нас будет происходить дальше? Найн находится на нижней линии. Ой, Никитиус там может подставиться, это очень опасно. А у Найна нет, а что же делать? А? Не видят Никитиуса совершенно ребята. Он их всех обманул. Никитиус был очень рад этому, я думаю. Никитиус был очень рад и очень доволен, но радоваться ему осталось недолго. Кюшка идет мимо, Найн не может его заставить. И мегаформа идет. Найн танкует вышку лет 20, но это его не спасает все равно. Не спасает это, конечно же, Никитиуса. А Фабасов идет в рейд. И опять Almighty отдают киллы своей нижней линии. Очень радуется Ликвид. Он сейчас разорвет своими воздушными бананами просто воздух во всем здании. 9-10 становится счет. Третий раз подряд умирает ботлайн команды Almighty. И второй и третий разы подряд умирает кто-то из команды Team Skopka. Знаешь, Tremberheart и Nine соревнуются вместе с Пикапроксом и Ремусом, кто же затащит свою команду. А вот ботлейны обеих команд говорят, нет, мы хотим проиграть. Потому что Девилас с Вовой Терминатором подставляются очень часто. Марксмен с Дэрроу тоже подставляется слишком сильно. Что мне нравится, это то, что Фрэн, проигрывая линии два раза подряд, до сих пор находит, где ему фармить. И до сих пор подходит хоть куда-то, сделать хоть что-то. Иногда мидеры бывают, ну все, я слил лайн, поэтому я никуда не пойду. Пока я 500 мобов не нафармлю, не будет у меня 6 слотов, которые я продам 5 раз, потом снова куплю. А вот Фрэн, он краски подходит. Не всегда удачно, как мы на топе успели заметить. Не всегда правильно жмет косты и самонерки. Но он подходит, он фармит. У него почти... Он играет с командой, это самое главное. Почти. И в предыдущей игре это было абсолютно точно видно. То есть он собирал свои киллы, забирал как раз таки свои предметы, а Ремус у нас что хочет сделать? Правильно. Он хочет опять гангать бедный топ, на котором Марсон застревает. Ремус ходит во вкус, не оставляет он никаких шансов. Где варды и команда Almighty? Вардов совершенно нет. И несмотря на то, что они умирают четвертый раз вдвоем подряд, и счет из 3-7 становится 11-10, до сих пор Almighty ведут, но это может им не помочь на Дефина Шора. Это очень опасно. Tremberheart имеет до сих пор Ghost ult. Ой, будет здесь Кен играть или нет? Фрэн стревает, Найн будет ли играть? Найн играет с ультимейта, Tremberheart минус 2 делает. Бежит он дальше, под Рагнарьком будет он играть под Джину. Фрэн стревает, это минус 3. Возможно, а то и нет, мало хп от Tremberheart, Найн дальше по Ремусу. Я не могу на это смотреть. Жесткий Tremberheart, Найн играет дальше под Тимесу. Но он умирает все-таки Tremberheart. 3 на 2 размен. Топор прилетает в лицо Бульба. Что же делать, когда топоры такие жесткие? Размен 4 в 2. Команда Team Skopka не смогла реализовать Нашора. Не смогла развернуть драку. Не смогла противостоять Кинену в тот момент, когда Фрэн опять съел все косты. Я просто не представляю. Команда Almighty 3 на 5. Вот Фрэн умирает, он ничего не сделал. Но Найн вместе с Tremberheart просто... выходит из этой ситуации как цари,
Трэпер Харт идет сразу же по Девиласу, что есть правильно. Он сразу же убивает это керри. После этого начинает бить Ари, но понимает, что она слишком сильна, ему нужно убегать. Найн попытался под конец зауинить Никитивуса, но, к сожалению, у него этого не вышло. И последний топор войны, который закинул Трэпер Харт по Никитивусу, был для него летальным. И сейчас, кстати, у нас снова команда Team Skopka пытается расставить тотемы вокруг логова барона на Шора. Они вот это сделали и пытаются пойти, например, на мидлейн, попытаться подпушить. Все-таки вышек у них не так много взято, и можно еще немножко взять где-либо. Где можно взять еще бульбы, собственно? Вопрос остается открытым. На базе Almighty. А Almighty все-таки ведут уже чуть больше 4000. Они уверенно себя чувствуют, им надо разыгрывать через Найн и Трэпер Харда. Как же уверенно себя чувствует связка Топ и Лес, о которой Найн говорил? Да, они отлично отыгрывают вместе, то есть сейчас именно связка, которую мы, связки скорее, которую мы ожидали, что будет играть отлично, это Пика Прокси Ремус. То есть Ремус это, скажем так, главная звезда команды Team Skopka, и он должен их тащить. А команда Almighty, как и говорил Найн, у них отличная синергия вместе с Трэпер Хардом, и они именно сейчас показывают, почему они должны выигрывать. То есть предыдущий файт показал, насколько они хорошо понимают ситуацию. Даже когда их мидеры ваншотали, они все равно выиграли эту драку. И даже когда их бот загангли 4 раза одним и тем же способом. 2-0. Я просто не представляю, что если 3 vs 5, они так жестко дерутся. Что будет, если Марсман постреляет немножко? И Деру там подкастует немножко изнурение и так далее. И тайдл вейвы. Но если, знаешь, хотя бы там одной автоатачке каждый герой даст, уже можно сказать, что Трэпер Харт вместе с Найном затащит этот файт вдвоем. Просто Френ пока очень много все равно съедает в себя костов. Сильно подставляется, что на топе, что на Шоре. Да, он дал Найну улететь, но какой ценой? Ценой своей жизни. Отлично сейчас передвигается команда Team Skopka. Они почувствовали то, что Almighty пошли на верхнюю линию, но почему-то не решили идти по Т2, хотя возможность у них была. Возможность была, но они боялись Найна, ведь у них не было вардов в нижней части. Возможно, в этом суть, зная, что у него скоро откатится скачок. Кстати говоря, я думаю, что Пика Прокс должен делать одну очень важную вещь. Он должен врываться со своей ульты не в керри, например, Марксмана, либо Фрайна. Он должен своей ультой закрывать именно Найна, чтобы тот, если пытался как-то выйти из его ульты, то должен был флешаться. Соответственно, инициация у него теряется, и он уже не может так отлично войти в драку. Поэтому сейчас Пика Прокс должен понять то, что он должен делать, иначе они будут проигрывать файты и дальше. Потому что сейчас у Кинена уже 3 предмета. Войтстав, Джонни и Протобиот. Этот Кинен просто ломает лица. Очень сейчас больно мне стало после этой фразы, Андрей. А выходит Найн, понимая, что на него могут начать заходить. Трэпер Харт ловит некоторые косты, Тандерлор прокает, но это небольшая проблема. Достаточно высокий и хп-реген, он великоват, как нам говорил стажер. И много хасов у Олафа, он может до сих пор врываться и на ульте, и на госте. Кстати говоря, в этой игре саппорты сделали то, что они не делали в первой игре. Они оба собрали новый предмет на саппортов, это Redemption. Он, скажем так, исцеляет вашу команду очень сильно. Если честно, этот предмет немножко сломан, поэтому рано или поздно его понерфят, но пока можно, очень много можно урона использовать. Команде сопернику. Да, это еще чистый урон он наносит команде сопернику, это тоже очень важно. Особенно, когда в тебя именно врывается. Чистый и... как что, Андрей? Как что-то. Правильно. 14-13 счет, дорогие друзья. 4000 Almighty ведут. Они очень хотят закончить серию в сухую. 3-0. Появляется у нас горный дракон. Это видит Team Skopka. Almighty не боятся забирать и контестить этого дракона. Заходит Пика Прокс. У нас сейчас может связаться файт. Ведь Фред находится достаточно далеко. Но здесь находится и Найн. Что будет с горным драконом, Андрей? Его забирает команда Almighty спокойно. Команда Team Skopka решает его не брать. Они понимают, что сейчас у них позиция, к сожалению, не так хороша. И они просто идут дальше расставлять тотемы вокруг логова барона Нашора. Вот его, кстати, отдавать таки нельзя. Потому что там есть Кейтлин, там есть Виктор, а как мы знаем, эти герои на Сидже очень сильны. Виктор сейчас соберет себе, возможно, даже и третий предмет. В любом случае, у него будет скоро рулай. И он хочет выходить именно на него, но... Денег не хватает. Нет, хватает. Все-таки хватает. Как говорит мой друг, меня устраивает моя зарплата, меня не устраивает, сколько все стоит. Именно так. Собственно говоря, покупает релай Френд себе, и золото держится качелями на 4000 примерно.
И от одного тимфайта может сейчас зависеть все. Ведь если его Тим Скобка проиграют, то они могут отдать на Шора, затем и сторону. Знаешь, Тим Скобка нужно сделать прям все идеально для того, чтобы выиграть драку. А команде Almighty нужно просто достаточно неплохо дать свои косты. И самое главное, это задача лежит именно на Найне, чтобы он влетел хотя бы по двум или трем целям команды Тим Скобка. И тогда они точно смогут там, это выиграть. Там еще по каким целям, смотря, он влетит. Но я думаю, Джарман и Кинен... Игнара подстанет их, они не умрут, и потом они уничтожат. Но ХП потеряет много, это точно. Если он подстанет Ремуса, то это может быть все. Если он маршрутит Девеласт, это может быть все. То есть здесь опций сейчас у Almighty достаточно много. С другой стороны, Тим Скобка. Сколько раз они смогли правильно макро разыграть нижнюю линию соперника и убить? Получается, есть мало. Слабые места? Ну нет, да, но... Много? Тем... Они смогли убить нижнюю линию Almighty? Очень много раз, там 3 или 4 раза они убивали. Но там поэтому... скорее именно ботлейн подставлялся очень сильно, без тотемов они... В любом случае, значит, есть у Almighty слабые места, которые можно обузить. И посмотрим, кто удачнее найдет слабые места оппонента. Ой-ой-ой, Вова, терминатор... Фред идет по терминатору, сколько же урона от лазера! Эйс ин холл идет, Рэпер Харт врывается дальше, по терминатору играет минус, Вова, терминатор, телепорт идет по Нативису, Найн играет, пока что он не юзает ульту, Хонни прошел свой флэш, Нативис ждет флэш, Деро идет дальше, Фред играет по пика Проксу, у него очень мало здоровья и добивает его, 2-0, размен идет от команды Almighty, и она всю свою мощь, которая у них осталась, хочет дать этому барону на Шору на вкус, чтобы пойти сижить в стороны оппонента. Снова плохо разыграли команда Team Скобка свою позицию на карте. У них было всего лишь 3 человека в этой части карты. Ремус только подходил. Никитивус был на базе, поэтому никак они не могли, даже если попытаться драться, у них возможности не было. И спокойно забирает киллы команда Almighty, забирает барона на Шора. Возвращаются на базу, закупаются и, скорее всего, пойдут сиджить Т2 вышки, которые остались на мидлейне и на верхней линии. На Шор взят командой Almighty. Да, у нас тут идет повтор. Сколько урона там было по терминатору? Ну вот смотри, Ремус еще далеко. Не, именно Девилас был с другой стороны. Найн скачок прожал вперед, а вот зачем? Ну, зачем-то? Он не использовал свою ульту, этого даже не потребовалось, потому что они и так смогли выиграть эту драку. И тем не менее, команда Almighty сейчас... Almighty сейчас выходит вперед. Они уже на 7000 золотых впереди, и это очень хорошая цифра для 30-й минуты, но опять же мы знаем, что у них не всегда получается использовать барона на Шора эффективно. А учитывая то, что золото — это не всегда самое важное, а вот именно сам на Шор очень важен, потому что иногда из-за на Шора можно игру выиграть. То есть ты заходишь, убил ингиб, задавил, убил второй ингиб, вышел, а потом такой можешь 5 минут еще спать практически, ничего не делать. И все равно не будешь проигрывать. Трэппер Харт, ой, агрессивненько заходит. Ой, прошибает Рагнарёк. Ой, но Найн под издурением входит, а ульта-то не очень удачная. Но терминатора убивают. По Ремус идет ульта. Не очень много здоровья Кейтлин ему снимает. Хоть 3 предмета у нее есть, но урон есть. Предметов не так много, больше на утилити. И вышка Т2 может сейчас упасть. Она упадет должна достаточно... Ремус идет агрессивно по Найну. Ловит чар. Марсмас сливает минус 2. Делает команда Тим Скобка. Фрэнд сливает также. И Трэпер Харт также погибает. Вот о чем я говорил. У него нет шанса вышить, но все скриншоты идут мимо. Несмотря на это, все равно забирают Марксмана. Т2 взяли, но Найн словил критический чарм, подставил всю команду. К сожалению, не видел я, была ли у него Жони или нет, но он ее не нажал. Не нажал свой проторемень. Вся он команда не вышел погибла. Из контроля. Теру остался единственный со своим барон-бафом. И он чуть-чуть сможет продержать буквально оппонентов. Но, конечно, ни о каком дефе Т2 вышки речь идти не может. Так, команда Team Скобка попытается, я думаю, зайти на хайграунд. Да, у них там 15 секунд до Виктора, до Олафа. То есть у них возможность забрать его есть. А вот по поводу ингибитора это уже опасно, потому что они могут подставиться. Да, они решают просто забрать вышку и уйти на базу. Выиграли тимфайт, забрали 2 вышки, немножко вернулись по золоту. Это то, что им нужно было. Немножко? 3000 золота — это вообще ни разу не немножко. Это практически рыбодон. Ну, как я это в курсе. Ну, да? То, что они еще отстают на 4000, это тоже как бы... Стоит учитывать, но, тем не менее, команда Almighty снова подставилась. Снова у них был баф барона на Шора, они снова переагрессивничали, за что поплатились, и опять затягивают игру, которая, по идее, уже была у них в руках. Сейчас все приходит на более-менее круги своя, 17-17 счет, и несмотря на то, что Almighty
пока что доминирует. Реализовать Ташора им вряд ли удастся в плане пуша. У Деру он есть, но больше ни у кого нет. И контест драка на драконе не принесет им дополнительных статов. Потому что барон баф на Нами на дракон Пите прикольно, но как бы и ничего одновременно с этим. Да. А Пикапрокс будет ли стилить? Это очень опасно, у него нету скачка. Ай-яй-яй, Пикапрокс, куда ты пошел, дорогой мой друг? Пикапрокс дерется, но телепорт делает дайн, у него пока что еще нету скачка. Пикапрокс, какая же критическая ошибка, погибает он в своем ангеле-хранителе, но Найн ловит косты и умирает от Ремуса Чарма. Френ идет дальше, по Френу пытается сыграть Ремус, активист пытается сыграть, и по нему умирает Пикапрокс, идет выход на критический поклон от Деви Ласта. Депперхард все блокирует. 1-1 размен пока что. И Найн не может себя без скачка найти. Не может никак себя реализовать. Ловит косты, не жмет Джонию. Не может прожать флеш, который на кулдауне. Ну, кто может, мы не знаем. И не может дать хорошую правильную льту. Жить спешит. Выиграть очень хочет. Но не так это работает. Нельзя выиграть, потому что хочешь. Ты можешь выиграть, потому что можешь, потому что знаешь как. Пока что Найн прекрасно проявил себя в начале, сумбурно проявляет себя в позднем этапе игры. Ну а Ремус продолжает нас радовать. Он снова смог поймать Найна в свой чарм. После этого Найн, к сожалению, отправился на базу. И они смогли разменяться один в один. Он исправил ошибку Пикапрокса, который прыгнул зачем-то в Dragon Beat, пытаться застилить у нас какой был? Океанического дракона. Но, тем не менее, это, я думаю, того не стоило. Это не старший дракон, которого, я думаю, стоило бы стерить. Это всего лишь океанический, который дает тебе восстановление здоровья и маны. А на такой минуте это не так важно, когда у тебя драки происходят буквально в секунду. Приятненький дракон, но, в общем и целом, не особо. Навар делал прям телепорт. Найн спокойно, Вова Терминатор вышел. Найн куда-то вперед побежал. Френ тут был также и... Опасно заходить без Вишена, и сейчас, я думаю, Найн это должен понимать. В следующий раз он будет уже идти, если будет идти во вражеский лес, то он будет идти только по своим тотемам, потому что еще раз умирать, еще раз затягивать эту игру на, скажем так, дополнительные минут 5 он не хочет, я думаю, точно. Кеннон отличный чемпион в средней стадии игры, но к лейт-гейму, там, после 50-й минуты он, конечно, уже очень слаб. Ему в лейт-гейме намного сложнее ваншотнуть свои цели, когда уже есть, например, каждого один магресс-предмет, да. И все. И еще он уже появился Солярий, например, у Вовы Терминатор, который будет давать щит его союзникам. Хоть и не дает больше... ауру. А если даже Джин соберет, допустим, Малмортиус, то уже адски сложно его ваншотнуть. Если только всеми костами не попасть, не прокатиться Ешкой, не дать кушку именно в него и так далее. Да, именно так. И сейчас, кстати, команда Team Скобка пытается зайти на верхнюю линию. Это может быть опасно. Ой-ой-ой, Пикапроксу не сбивают прыжок, а Найн ловит косты по Найну. Будет стрелять Максимен. Идет папа в него, прекрасный Максимен. Не доигрывает по Пикапроксу, но доигрывает все-таки. Вова Терминатор может здесь пострелять по Френу. Идет рейв. Френ погибает практически, очень мало у него здоровья. Его дайвят вместе с Ремусом Нективус. И что же будут делать ребята из обеих команд? С одной стороны, Трэмперхард рекольится на ботом лейн, чтобы пытаться там задефить. Найн также делает рекол. Но первый, слушай, играет по Невиласту. Идет настроение. Баба прекрасно по Невиласту. Максимен. Один удар. Второй. Третий. Четвертый. Кто дает 4 удара и убивает соперника? Нет, не Джин. В этой игре это Кейтлин, дорогие друзья. И мы еще один прекрасный килл видим со стороны команды Almighty. Пытается команда играть как можно агрессивной на разных частях карты. Сверху попытались Almighty сыграть. У них получилось убить Пикапрокса вместе с Вовой Терминатором. После этого зачистили Деви Ласта. В это же время Ремус вместе с Никитиусом не потерялись. Они сыграли по фраду. Но, к сожалению, забрать Т2 вышку у них не получилось. И снова преимущество в пользу Almighty. Уже 8000. И на шорт здесь упадет. Да, на шорт скорее упадет, всего падает. Потому что, если ошибаюсь, корный дракон есть у Almighty. Минимум один. И, конечно, уроны, но просто колоссальнейшие. Это минус барон. Что примечательно, Френ успел забрать барон баф. Это очень здорово для команды Almighty. Трэпперхард пытается выйти от Нективиуса в любом случае. Он выйдет, он очень танковый. Даже несмотря на ищет кармы, но Нективиус просто не обладает теми уронами, чтобы что-то сделать Трэпперхарду. Именно так. И мы сейчас видим то, что команда Almighty забрала оборону на Шора. Сейчас вернется на базу, чтобы немного закупиться. После этого они должны спокойно идти и пушить. Они больше не должны совершать каких-либо огромных ошибок. То есть Найн больше точно не должен подставляться под чарм. Я сейчас вспомнил, посмотря на счет Френа и на общий темперамент игры, вспомнил картинку
О, Господи, Боже мой, помоги мне. Картинка, о, Господи, Боже мой. Картинка Эмирокла. Выходим, конечно. А. Который спит. Сударь, окей. Конечно. Окей. Кстати говоря, знаешь, ты так смотришь на счета и видишь 6-0-10 Ремуса, который прям тащит свою команду, и 1-5-5 Фран. Он тем не менее... Он-то тащит, но он плачет. Он тащит, и, знаешь, я ночью плачу и тащу там. Ну, в общем, как сейчас я... скажи, что аниме смотришь. Нет, только сейчас вечер, а не ночь, и в любом случае Ремус, конечно, играет прекрасно, он инициирует, он ловит тех, кто подставляется. Тех, кто подставляется, да, и тем не менее... Сейчас очень большая пачка вместе с двумя тележками идет по нижней линии. Его команда Almighty должна есть. Ой-ой-ой! По Френу идет опять врыв. Френ подставляется. Деру дает неплохой контроль. Но Марсова здесь в огромной опасности. А где у нас Найн? Найн, что ты опять делаешь? Где ты гуляешь? Найна нет. Трэппер Хард здесь ничего сделать не сможет. Тратит свою ульту. Найн опять теряется. И сейчас он только врывается. Вова Терминатор погиб. Окей, это неплохо. Дальше по активисту идет врыв. Сможет ли он уйти? Нет, Найн его добивает. Очень неплохо играет сейчас Найн снова, но погибает. Зачем ему нужна Жоня? В принципе, можно было не покупать. Вот. Вопрос в следующем. Какова сила команды Almighty, если Найн придет вовремя хоть раз за последние 15 минут, не считая того одного раза? А, примерно такая же сильная, когда его ботлейн и мидер не будут умирать до того, как он придет. Потому что они снова подставились. У них не было тотемов, они их не расставили. И зачем-то они пошли, вот они встали в ловушку и просто умерли втроем. Здесь был Олаф, который пытался там добежать. И Найн был очень далеко. Почему они так близко подошли, при том, что у них не было возможности еще ворваться или даже там пытаться зайти на Т3 вышки, я не понимаю. То есть команда Almighty снова и снова совершает одну и ту же ошибку. И я не знаю, что им нужно сказать, там... сделать, чтобы они ее перестали делать. Что хорошо для команды Team Scope, это то, что Найн-то скачок свой потратил, вследствие чего сейчас он не сможет эффективно ворваться. А те 2 килла, которые он взял, умерев лишь сам, это, конечно, не то, что может позволить что-либо за это забрать. Рагнарёк поюзан. Да, ну... Ой-ой-ой-ой-ой, Найн делает телепорт, у него нет ультимейта, старший еще дракон. Старший дракон, жив Трэппер Хард без ультимейта, очень сильно он падает, просит Трэппер Хард, ну пожалуйста, помогите мне его забрать, но у него есть ангел-хранитель, он идет вперед, прекрасное поле, строится прямо посередине, ставит активиться, по Френу играет в этот момент Ребус, Дэви Ласта падает сразу, сколько Марсман настреливает, падает, и Вова Терминатор, пика просто ОКП, и даже прекрасная ульта Активиуса, она слишком поздна, Фрэн погибает. Погибает у нас Ремус, 3 в 1 размен, пика прокс мертв, Дективиус еле-еле пытается уйти, топор прилетает прямо в этого спину, маленького Йордва. Прямо в спину Гнара, и 5-1 размен. И кажется, это может быть концом игры, потому что команда Almighty, у нее есть миньоны на средней линии, они идут заканчивать эту игру. 20 секунд до Девиласа, 20 секунд до Вова Терминатора, и им ничто не мешает сделать... 3-0 в этой партии. А бедный Френ, опять в таверне. Он скучает. Он хочет поиграть. Он знаешь, он как Ремус плачет за свою команду на базе. Да, но делает это с позиции победителя. Первая Т4 вышка падает. Вторая Т4 вышка падает. Друзья, победители Кубка России в Москве. Команда Almighty. Поприветствуем их еще раз. Команда Almighty... Команда Almighty молодцы, они сделали то, что должны были. Минут 15 назад можно было бы и закончить эту игру, но тем не менее они решили продлить удовольствие для нас, для зрителей. Поэтому за что им, скажем так, большое спасибо. Удовольствие они сделали было эту... очень нервное, с другой да. стороны. Они сделали эту серию очень интересной, но поздравляем их, 3-0. Никто такого не ожидал, я думаю, даже сами парни такого не ожидали. И сейчас победители Almighty, что еще сказать? Френ выглядит немножко, ну не то что расстроенным, а таким чуть уставшим, чуть расстроенным. Конечно, он, наверное, ожидал от себя чуть лучшего выступления, но, как я всегда говорил, хорош не тот мидер, кто всех убивает, а тот, который побеждает. Ведь именно он находит опции для того, чтобы победить. Френ смог сделать так, чтобы не слить игры своей команде, даже проигрывая лайн-фазы, что, кстати, важно. Потому что иногда можно на тилте уехать и там 0-8. И вообще быть бесполезно. Но он Фрэн пытался. Фрэн фармил. Фрэн, несмотря на ошибки, смог сыграть достаточно достойно. И, конечно же, Трэппер Хард, MVP сегодняшней Best of 5 серии, вообще вопросов нет. Много делал ошибок, но очень много делал полезного, что перевешивает гораздо сильно. Итак, друзья, мы давайте еще раз поаплодируем команде, победителю
это команда Almighty! Да, дорогие друзья, действительно, ребята заслужили сегодняшний кубок, а мы сейчас потихонечку, полигонечку передаем слово Алексею Генезису Романову, который у ребят сможет взять интервью, пообщаться с ними, спросить, что они думают. Леша, тебе, дорогой мой, слово. Спасибо большое, Юра, спасибо, Андрей, отличное комментирование. Друзья, команда «Алмайт» доказала, что они, правда, всемогущие. Сегодня это было очень уверенное выступление. Еще раз, команда «Алмайт» 3-0, чемпионы России! Итак, ребята, первая победа уже есть в кармане. Как ощущения? Какие эмоции у вас прямо сейчас? Нереальные эмоции. Да, чувства непередаваемые. Ожидали ли вы сегодня, приехав на Gamer Stadium, что выиграете в итоге? Ну, думаю, мы ожидали равной игры. Окей. Как вам вообще публика здесь, поддержка для вас повлияла как-либо вообще на то, что вы выиграли? Публика, ну, я думаю, да. Это сильно мотивировало нас. Не нервничали, когда играли? До сих пор нервничаю. Планируете играть дальше вместе с таким составом? Или вы так собрались, кубок и обратно разбежались? Я думаю, что продолжим. Итак, друзья, команда Almighty 3-0. Они ваши чемпионы. На уровне с другими чемпионами они не меньше молодцы. Еще раз аплодисменты и шуму. Команда Almighty. Ну а с этой победой команда Almighty завершается история кубков стран, турниров любительского характера для тех, кто пытается стать звездами мирового уровня, уровня хотя бы СНГ. Мы с вами прощаемся в плане любительских турниров, но завтра здесь же, в Gamer Stadium, LCL Open Cup, уже команды, профессионалы. Приходите, смотрите в интернете, мы будем. Ну а пока, друзья, всем пока, до встречи!